Сегодня в Китае проходит полуфинал по боксу. Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В полуфинале лицензионного турнира в Китае он победил боксера из Поднебесной в категории до 64 килограммов. Другой казахстанский боксер Кайрат Ералиев проиграл своему сопернику из Индии со счетом 0-3. Напомню, сегодня проходит полуфинал квалификационного отбора боксеров зоны Азии и Океании к участию в Олимпийских играх. Борются 7 представителей казахстанской школы бокса, 6 мужчин и 1 женщина. Следующим на ринг выйдет Жанибек Алимханула в весе до 75 килограммов, а единственная представительница Казахстана Дарига Шакимова сразится со спортсменкой из Кореи. В вечерней сессии выступят Олжас Сатыбаев, Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко.